После войны все в Рифе оплакивали королеву и принца, кроме меня. Я не верила, что они погибли. Я не могла. А затем Ульдрен вернулся. Он сказал мне, что слышит в голове голос королевы. Вот тогда я поняла, что он изменился. Я могла предотвратить все это, но вместо этого я спрятала его в тюрьме старейшин. А теперь Кейт мертв. Риф разрушен. И я получила подтверждение, что Ульдрен уже на пути к смотровой башне. Сейчас или никогда. Не смотри на меня так. Из-за этого я скучаю по Кейду еще больше. Значит, этот принц-недоносок Ульдрен хочет попасть в смотровую? Я всегда хотел узнать, какие же секреты и сокровища, пробудившиеся, хранят в этой недобашне. Но моя дружба с королевой Марой, пока она была жива, ограничивала меня. Ну, и запертая дверь, конечно. А теперь я просто обязан отправить с тобой своих лучших парней, чтобы они помогли тебе удовлетворить мое любопытство. Должен заметить, что сгораю от нетерпения узнать, чем же все закончится. Слышал, у королевы была сокровищница в тюрьме. Тебе же не довелось. Дальше тебе не пройти. Прошу, я пойду вместо тебя. Я знаю лишь, что здесь живет тьма, смерть. Ты не из эфира, тебя нельзя вернуть. Неважно. Да, отец, мы будем служить и ждать возвращения. Ступай, вдохновляй, отомсти за убитых друзей. В твоем сердце больше нет места страху, милый брат. Я не боюсь. Я знаю. О, Ульдрен, ты пожертвовал столь многим. Ты заглянул в бездну, кланялся самозванцам и терпел бесчисленные предательства. Ты был унижен, пленен, оскорблен, одержим, и ты все равно отдал все ради любви. Прошу, братец, пройди со мной сквозь ад в последний раз. Да. Славно. Тогда заканчивай.
Даже рай может быть клеткой, если из него нет выхода. Освободи нас. Ты знаешь, что там. Смотровая башня. Фанатик. Ульдран. Конец. Правосудие или месть. Ульдран заслуживает наказания. Но... Страж, почему ты это делаешь? Так же важно, как и что ты делаешь. Подходим к смотровой башне с земли. Я зайду с воздуха. Я не знаю, что у тебя на уме. Тебе понравилось убивать их? Тебе понравилось превращать их в прах, в котором тебе самое место? Тебе было хорошо? Каникс, Рексис Ван. Яникс, Пирра, Арастес, Хайрекс, скажи мне, я хочу знать, что я почувствую, когда убью тебя. Я заплачу любую цену, чтобы ты погиб на моих глаза. Мы сделали это. Осталось одно лишь имя. Ульдран Соф. Пора покончить с этим.
ради Кейда. Страж, ни одна живая душа не появлялась здесь с тех пор, как королева заперла двери. Добро пожаловать домой, брат. Это устройство для коммуникации. Но координаты, по которым оно посылает сигнал, не должны существовать. Двигайся. Я доберусь к тебе, как смогу. Открой дверь, братец. Открой дверь. Не могу. Нет. Граница между измерениями здесь очень тонка. Этого кристалла нет в геологической базе данных города. И не должно быть. Ты поймешь. Освободи меня, о брат мой! Нет, 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 нет! Что-то не так!
Понимаешь, какое счастье быть моим избранным. Ты держишь в руках плоть Бога. Ты лишь в одном шаге от нашего спасения. Только свет и тьма вместе смогут открыть для меня путь в твой мир. Вот так. Продолжай. Освободи меня!
Поздравляю. Ты завоевал мое полное внимание. Где моя сестра? Она мертва, Ульдрен. А будь жива, это бы все здорово упростило. Значит, решили свести счеты? Погоди, только не так. Посмотри, он сломлен. Несмотря на все, что он сделал, мы можем просто... Ты понятия не имеешь, что он сделал. Будь Кейт здесь... Я знаю, что бы он сделал, Страж. А ты? Да. И что бы сделал знаменитый Кейт 6? Ты держишь его оружие. Значит, за тобой последнее слово. Все, что я делал только ради нее! Забавно. Что свет и тьму отделяет такая тонкая грань. Ты хоть знаешь, на чьей ты стороне? Всегда говорю, что нет ничего. У тебя получилось. Туз теперь твой. Я рад. И Кей тоже был бы рад. Но Туз...
Туз в плохом состоянии. Я не видел его таким ржавым с тех пор. Нет, не помню. Ладно. В тайниках у Кейда должны были остаться запчасти. Теперь они по праву твои. Отыщи их и принеси мне детали. Туз еще скажет свое слово. Надеюсь, мы будем тобой гордиться. А можно слушать музыку во время работы? У меня получится. В памяти все сливается воедино, верно? Или это только мне так кажется? Не думай, что я пролил хоть слезу в связи с... со смертью Ульдрана. В другой жизни я бы сам его убил. Но мы стражи. Одна жизнь — ничто, когда на другой чаше весов существование целого народа, находящегося на грани исчезновения. Погнавшись за местью в чужие владения, ты подверг риску их всех. Убийство Ульдраносов будет иметь последствия. Возможно, не сегодня. И даже не завтра. Но этот день придет. Надеюсь, мы переживем его. Во имя города. Цели хоть отдавляй. Красный жилет. Нет поступка важнее. Земля — хорошая планета. За нее стоит бороться. Царство за исправный лифт. Я хочу такой, да. Недавно я осознала, что с Кейдом, возможно, у меня были самые нормальные отношения. Я должна держать своих тайных агентов на расстоянии. Мы с Завалой теперь плохо понимаем друг друга, а с моим призраком все сложно. А Сирис, ты так знаешь. Что касается тебя, я была всего лишь второстепенным персонажем в твоей истории. Но Кейт был моим другом. Моим нелепым, смешным, неизменным другом. Если мы не будем сражаться за друзей, за что нам вообще сражаться? Я просто пытаюсь сказать, что горжусь тобой. И спасибо тебе. Желаю удачи. Новинки от Хаки не поступали? Выйди из тьмы. Ночные лунные ритуалы Улья будут продолжаться. Мы этого не потерпим. Дело сделано, но мне не до отдыха. Мне нужны ответы.
Я хочу понять, как защитить мой народ от тех кошмаров, что таятся по ту сторону врат. И принца надлежит упокоить. Я пройду через смотровую башню в город грез. Возьми этот талисман. Он откроет тебе путь. Следуй за мной, как сможешь. Никому другому я бы не доверила прикрывать меня. И если кто заслуживает ответов, это ты. Будь осторожен на берегах. Паук прикидывается нашим благодетелем. На самом деле он попал в переплет, как и мы.